Добрый день. Смотрите, с какой проблемой я столкнулся, с тем, что не могу пожаловаться на брак полученного товара. Значит, здесь, как обычно, выбираю открыть спор, да, то есть срок еще позволяет. Выбираю только возврат денег, только возврат средств. Получил товар. Вот и проблема. Товар поврежден, проблема, приехал уже поврежденным. Сумма, ну, допустим, там, я не знаю, 345 рублей, половина. И пишу, что плафон разбит. Вот, и прикрепляю фотографию вот этого треснутого, разбитого плафона. И кнопочку «Пожалуйста, загрузите фото или видео доказательств». Ну, фотография загружена, она меньше, то есть можно, не знаю, три раза там ее загрузить, и, ну или три разных фотографии, и отправляем. Вот, и он пишет «System is busy, try again later». Ну, в общем, попробую, причем я уже чистил там всякие куки, очищал кэш, пробовал с другого браузера, в общем, все это не помогает. Ну, в общем, давайте попробуем. По-английски написать. Ну, в общем, ничего не помогает. Это уже не первый день, да, то есть уже третий день подряд. То есть, если бы это была краткосрочная какая-то проблема, да, то, ну, сейчас проблема остается. Вот, спасибо большое за внимание. Если у вас есть какое-то решение данной проблемы, да, то напишите, что нужно делать, как эту проблему решать. Спасибо большое за внимание.